каждый раз, заканчивая крайнее копчение, я всегда себе говорю, да нафиг надо, все, хорош, больше не буду. Блин, проходит какое-то время, и я опять еду за рыбой. И причем я сильно-то ее не ем, я ее только пробую. Какой-то я рыбный алкоголик. Давайте, наверное, возьму селедки вместо керпуга и кижуча. Ну а со скумбрией сейчас вообще, вчера тоже начали такую вам макрель вести. Цены вообще взлетели после Нового года. Скумбрия, обалдеть, 390. Обойдемся и селедочкой копченой, ничего страшного. Коптите, друзья, все у вас получится. Мечты не работают, пока не работаете вы.